там 6 тысяч этих расширений на обучение. Как раз под этот поставлю. Ой, Бор. Выходит? Все. Да, так, ловим. Готовьтесь, если что, их принимать. И крепить сбор тоже, потому что этот флаг плотный. Шэду уйди, крепи, да-да-да. Все, я здесь перекрою. Ля, походу они будут выпрыгивать, да? Да, навряд ли. О, ля-ля, летят, ой, летят. Ты смотри, ля. А что он без купола? Вот что, он без сердца, что ли? Это серьезно. Все, крепите сбор, крепите сбор. Они будут сидеть, все, крепите сбор. Я не могу. Быстро, второй, этот, кто не зашел, давайте в сбор. У тебя полный сбор, понимаешь? Да, а, да? Да, как бы там уже некому. Ребят, бьем так. Помогаем. Бьем. Мясо. Надо, чтобы сами эти основные игроки завтра вообще не играли. Ну один у них, по-моему, точно уже. Так, ну все. Че там отчет? У меня 1600 минус всего. 28 на 33, блять, ну как-то так. Ну-ка, скинь. Чё-то, блять, не очень. Блин, блять, ладно. Моих 1500 померло, ёбаный в рот. Чё-то я думал лучше, блин, чё-то херово. Пиздец, нахуй, лучше б я собрал. И там надо героя специально, командиру. Идёт. У кого есть командир именно на сборах? Делайте еще. Делаем новый. Ну я могу этот Минамото Цао сделать. Давайте. Давайте я сделаю Сапиона. У меня там прокачан он хорошо на атаку. Вот Сапион норм будет. Давай, Макс, у тебя навык размен такой. У тебя навык во что вкачан? Пятерку. Не-не, навыки. Ой, таланты. Таланты, сейчас говорю. Если завоевание, то норм. Таланты. Только уменьшает получаемый урон на 9%. И да. Все. Там 109 тысяч сейчас сидит, вообще фигня. Сколько? 109 тысяч. А, качество. Ну, в этом сидит 109 тысяч в этом. Не, вот, слонься, глянь, я еще скину сюда. Угу. У нас 28 тысяч на 10 человек, а у него на одного. Или что там у него было сейчас? Блин, такое. Я ему 2000 снес ему. Давайте я его в соло уберу. Флаг это. Да не надо. И... Не надо? Пока не, сейчас. Ну хотя они готовы размениваться, да, может есть смысл их порубить. Да он один, их двое, грубо говоря, а нас толпа, у нас меньше урон будет, ну, по-любому. Ну, построим мы, типа, пару тысяч. Зато ну завтра, да, через сбор. Зато завтра он не будет участвовать. Уже. Сейчас. Ну что, сбор делать или что? Да, могу, я осман сделаю на этот, да, на город. Я его вкачиваю просто, погодите секунду. Или подождем, пока флот потухнет, потом нападем. Не, я просто сейчас вкачаю, подождите пару минут. Ты там с карточки уже с Вонсей работаешь? Да. Чуть-чуть.
Гектор, уйди отсюда. Даже варвары подтягиваются. Да, блядь, даже пес подтянулся, ёптать, проснулся. Варвары идут сюда? Ну вон, 21-й, 22-й. А во, еще один прыгает. Вот он, вот он, вот он. Вот она пошла, жара. Это наш. Что-то он пугает. Яник в чате. Блядь, что он в Дискорд не идет? Он же... Я сейчас вор сделаю. А, ну там Суньзи прокачано, конечно. Так, я не знаю, мой друг, сейчас я ему напишу. Злам, если он в Дискорд придет, тогда ты его бери на себя, а то мой English is very bad, поэтому я не очень буду долго тупить. Можно сбор еще чисто этих, ну, вкинуть солдат чисто под это, под героя. Кто сбор будет делать? И... Я делаю сейчас. Я в сбор закину сейчас чисто пехоту, там что-нибудь такое накидаю. Ты скажи, мы тоже можем пехоту напихать. Это там под все, по-моему, да? Ну как неплохо нет. Ну что, в глобал запищали? Бля, ну размер что-то мне вообще не понравился, как вот я сносил. 28, ну у него там нормально прокачан. Цао? Или как? Велик? Этот самый Ярош или Ярос, как его? Что, у него сенсей прокачан. Пишет, сейчас вас придут бить. Сейчас нас придут бить? Кого да, кидать? Ну да. Смотрите, кого тебе кидать? Да, всех сильнее. Просто заполните. Нормально, чтобы было. Сейчас кто-то прилетит, короче, к нам. Ну, походу, викинги. Надо успеть сжечь. Да не. Ой-ой-ой. У нас тут третьих много как-то в сборе. Боюсь, потерь много будет. Да ну отстегни. Сейчас да. Ну, у нас много, потери. Да? У нас потери размажутся на толпу, а они в соло. Все равно не сравнится. Не-не-не, крыло. Ростов закинешь? Ты да, вообще раз, блядь. Не... Вот это соло. А сколько там до сбора? 3 минуты. Сейчас закину. Делать было нечего, дело было вечером. Бля, мне до работы спать осталось 4 часа, ну да ладно. Да это нормально. Согласен. О, барбекю онлайн. Ну пусть летит сюда. Бедолага. Слышите, что этот пишет, блядь? Кай этот, который прилетел тогда в глобале, почитайте, сука. Слышите, братцы, катапульты нам нужны в сбор? Нет. Вообще, много катапульт. В описании на катапульте написано, что они снова здание разбивали. Есть только на города. На эти хуёвые. Кто-то еще сейчас прилетит из гиксов. 89х, которые. Тигр он варвару придет, нормально. Кто там вышел? А, варвар. Варвар вышел. Так. Какой-то 9. Ребят, сейчас я отменяю. Делаю заново, только делайте, Т4 кидайте.
Нам пизды сейчас дадут. Давай, давай, а то так я даже залезть не могу туда, блин. А то вы накидали Т2, Т3 и как бы... Нет, Т2, наверное, вообще не надо, только Т3. Конечно. Да вообще только Т4 желательно. Ну да. Блять. Давай я тебе пачку коней туда отправлю. Сейчас, сейчас. Не тебя войска кинул. Я могу сместить Т4, Т3, пехи и луки. Мне их вообще не жалко. Да, я понимаю. Мне тебя жалко, блин, если у тебя там будет сбор такой, что... Ну что, Т3 будем отправлять или нет? Т3 нежелательно, короче. Да не, лучше максимально делай, тем больше, да. Просто от Т4 у них будет трупов больше. Давай этот... Солнце, я тебе кидаю пачку. Сделал, сделал. Ой, идет, выкладывайте. Ох, еще один слям прилетел. Дайте его. И еще прилетели. Пошла жена. Да, второй вообще фермер. Вот этого надо потушить. Ну, он неплохо лес, просто. Заебется, правда, сейчас телек? Сейчас моя, подожди, основная придет. Сейчас. Баба, яга. Я в толпе сейчас разберу. Во, моя дошла, смотри, как пробивает, а? Она хорошо работает. Баба. Да это я начал просто бить. А. Я чё за народ? А, всё, с купола выйдет, всё. Все плюшки хочет себе забрать, блядь. Ой, чё за люди, нахуй. Блять, вот мне нравится, хорошо пошло. Теперь он держит. Не, держит. Окей. Ну все, не удержал. Ну да, немного больно. Бейте второго. Второго, ты куда пошли? А не, он сейчас залезет сколько. Повезло ему, блять. Вообще, вот это, вот это. Вот это мне нравится. Пилаю ЦАУ, я, короче, 200-й пачкой залез в этот бой сейчас и вышел 194 000. Просто они тоже у меня хилят, просто пиздец попить. О, прилетел еще парнёк. Вот, King Z, он, ну это жесткий типа. Так, 700 000. Бля, они все в куполах приезжают, что за ребята? Ребят, давайте в этот сбор, 200 000 сбор, все. Кидайте максимально, чтобы укрепить его. Флаг-то не бейте, только сало. Этот шпион сраный идет. Он идет, ребята, мне нужна помощь. Идем. Его бы желательно сзади обходить, у него этот Сунзы. Сейчас мои основные дойдут. Бля, ну он тут плотный такой. Так, я, наверное, карточку поближе сейчас буду двигать. Бля, у меня на карточке ничего не осталось. Я последний закинул. Бля, ну жесткий он, да? Он Ричардом выходит. Он Ричард прокачал 5-3-3-1. А, ну понятно дело. Куда? Сейчас потушим ему свет тоже. Так это их кит, да, просто практически 11 лямов. Это, блядь, игрок из топ-10 практически, да? И топ-8, наверное, даже. Да, это топ. Ну, сейчас мы его. Ну, бля, он сейчас нас всех уебашит. Да нет, ты чё, ну, у меня основные сейчас... вообще... Да нет, у меня основные вообще у меня даже не начали еще работать. Ростов, закинь спор. Так, блядь, чуть-чуть. Сейчас, да. Подожди, я эту одну пачку давай... Отправлю этот, переоденусь и закину как раз к тебе. Блять, у меня ускоров на лечение нету. Да, я даже тратил. Вот смотрите, я опять с ним порубился. Вот уже два боя, у меня было 200, было 194, сейчас 162. Таня, что куда пошла? Таня.
Вот сейчас он меня будет гасить, потому что конями. Ну, видишь, я его, мне тяжело его пробивать. Вот тут надо танковать кем-то, чтоб я добивал. Есть у кого пехота? Кас. Кас онлайн. У него 132 тысячи пеху. Нормально. Ну, он плотный, да, вот такой паренек. Да. Так, я в сбор кидаю тебя. Давай, давай. У меня сбор выехал. Жмем руки, руки жмем. Пиздец, время спать надо. Ну, какой спать-то что? Еще какой-то гусь прилетел. Маленький. Свонси, я не догоняю, отправил, успею добежать. Угу. Кто не в сборе, к Свонси прыгните. Ага, пойдем. Я людей лечу. Понял. Хорош, спа. Сейчас, убегу. Чисто ребята от дека воюют, да? Бля, будет прыгать во флаг. Походу, да? Да, да, да. Блин, Свонси, если что, распускай. Если еще бегает. Прилетели. 11 лямов еще. 24. Так, я буду до конца стоять. Свонси, выбивай их нахер пока. Угу. Если за, если запрыгнет флаг, выпрыгивай. Пока не, не взлетает флаг. Прыгают, нет? В полях бьется. Сейчас надо сносить и перезаряжаться. Все до хера трупов. 48 на 57 тоже. Ну ничего, нормально, 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 ничего. Ну сойдет. Да, давайте я по одной цели набираюсь. Че, я ну, что, может быть, тогда это прервем сейчас? Че смысл с ними воевать? Они даже все равно отвалят. Ну, еще чуть-чуть можно. Угасить тогда. Трупы нам тоже поделали. Да, 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 нормально. А можно, можно повоевать и завтра от бум добиваться. Ну, и потом перекуру сделаем до завтра дойти.
Там телеги уже пошли в ход у них. Только ручкой, ручкой, ребята, жмем. Угу. На 22 часа рема. Что, что, трупов? Тяжелых? Не, да, тяжелых на 22 часа. Блять, у меня на 2 дня. Сейчас я. Ура, карточка нужна, походу. Давайте по цели фокус. Сейчас ждите, я подхожу. Все, я отхилился, сейчас буду выходить. Блядь, мне 60 тысяч положили сразу. С труповозку. Так, голову. Блять, заглючил, пиздец. Надо перегруппироваться. Чё там, побеждаете, нет? Потихоньку. Сейчас я бегу. Всё, я восстановил диск. Рез надо заказывать, короче. Рез вообще пиздец. Что-то в прошлый раз меньше ушло у меня, по-моему, чем сейчас, блядь, за 10 минут. Да не, не, это нормально. Нормальный расход. Я, блядь, на 19-ю ратушу копил, сейчас нету. Как раз хватало, блядь. По миллиону не хватало, сука, сейчас нету, блядь. Так, я улыбаюсь. Сейчас я тут отстроил свои тайны эти. Ух ты, ля, они туда прям сместили бой. Флаг, наверное, нам будет сжигать. Так, мозги засал, брат. На этот, на замок, на мой бак. Максимум, санитет, что, замок бьет? Да, да, да. И хуя, я ебанутый, блядь. А у меня сон чистый на гарнизон. Сейчас, сейчас я вхожу прям в них. О, еще летят, и летят, летят, блин. Ну вот это жесткий прилетел. Скинешь отчет. Да. Что, сходи давай на перезарядку все. Я вошел в бой. Ебать их, такую я сколько. Один улетел. Так, ништяк. Их 10 человек, 11. Нормально, нормально, нормально. Работаем. Чуть-чуть осталось, парни. Мы уже почти выиграли. Начал лагать так же, как и в Сириусе. Чей я, блядь, зайти в замок не могу отсюда.
Ну, у некоторых я тушу прям нормально. Вот этот, конечно, с Ричардом проблем создает. Этот с Ричардом прям пиздец. Да, он проблемный чувак. Вот одного я вон миномота все отправил вообще сразу на тот спорт. Да, он быстро улетел, кстати. Я прям видел. Так. Видел, да, Макс? Вообще просто да, без сопротивления. Курсант, тащи его ко мне. Сейчас я его будем бить. Ко мне сдвигайся сейчас. Бля, лаги, ну просто, ну что за жопа? Парни, ручки, ручки. Ебать, полтора дня хила. Это нормально. Бля, я Ричарда, короче, сразу буду щемить, потому что это жесткий. Все, я вышел, ждите. Давай хлеб на их просто упаковывать. Они, по-моему, съемку начали, смотрите. Уходят они назад. Да, уже двое улетели, кстати. Так, я пойду ВСК перезаряжу. Бля, ну связка ЦАУ пилаю, отвечаю. Пацаны держится просто пиздец. Вон меня жмут на отхил нормальный, как у Ричарда. Фактически. Пилаю ЦАУ, вон, вот смотри. Смотри, вон, я просто работаю с Ричардом. И у меня отхил, я отвечаю. Вот сейчас я скину потом отчет, у меня там 100% там под сотку я отхилен. Я тоже пилаю качаю, ты скинь мне это. Вон, смотри, я Ричарда пробиваю вообще, вот он спать идет. Да, я скину, скину, скину ветку. Я вкачан этот самый... Я навыки вкачиваю, да. У меня пилаю вкачан, я покажу как. Там на усиление навыка, ну, на усиление навыка ЦАУ, на активного, и на ярость там тоже упор сделан в конце уже. У меня но в основном вверх туда, верхняя ветка кавалерии. Нет, у меня все в навык. Ну вот, смотри, вот смотрите, вон просто у Ричарда я разбираю, получается. Хотя у пройдет. Ну, это у тебя. Ты же с ЦАУ его поставил. ЦАУ у тебя урона. Да, да, да. Вот в связке с ЦАУ он работает. Это еще как Моисей завещал. Говорит, хорошая связка, реально. Но она реально отрабатывает. Вот прям отхил идет. Я проверял. У меня даже миномоты с ЦАУ, они меньше живут в поле. А это чисто кого-то пробить один на один. А вот если повоевать, вот я пилаю, ЦАУ выпускаю и все. Но это берсерк. Я могу сейчас еще 50-е расширение съесть, вообще 250, вытащу сейчас и пойду. Ну, рисков нет, 230 у меня там встает. Я даже тут второй пачкой почти ничего не делал, надо на одной было концентрироваться. Базу бьют. Плохо слышно? Базу бьют твою. Меня бьют? Да, город твой бьют. А, ну пусть бьют. А, ну пусть бьют. Да тебе пизда. Я на подкреп иду. О, на меня идет 700 тысяч сбор. Уже стоит? Нет, бежит на меня. Сбор 700к.
Вам скинули что-то на меня? Крепим, да? Или что? Не знаю, смотрите сами, если хотите крепить. А где лучше контакт стоит? Да, где лучше стоит, но сейчас помню чуть-чуть. Так, это куда идут? На Курасана? На меня. Солнце. Ну, меня, на меня напали, короче. У них 14 тысяч умерло. Я не дойду до тебя. Я, честно говоря, думал больше. Сука, не добежал. Хотел отчет посмотреть хотя. Ну, мне госпиталь подзабили нормально, кстати. Ну ничего, сейчас. Сколько идем? Свонси, чекай этот больничку. Если что. Да, у меня там. Бьют. Я ему в деф прыгнул. Бля, сколько у них мертвецов будет, пиздец же. 22 000. Ебать, 20к у тебя погибло, да? У кого, у кого? Да вот, Курсана. Это больше потому что? Или из-за чего? На сами напали. 21 тысяча мертвецов, на. Ебать, у меня знаете, сколько больницу, чтобы подхилить? Дней. Mm-hmm. 6. Ну бака. Ну я фул отхилился, я иду драться. Сейчас я тоже иду. Сейчас я просто выборочно, я тараны ж не буду хилить, блин, на меня напали, срезали их. Надо было скинуть кому-нибудь под купол. Вот, кстати, надо на завтра такое иметь в виду. Думали, блядь, кого-то звают? Я дохуй там, блядь. Ну хули, уже завтра в открытом будем лупить. Чё делать-то? Я умрет, короче. Одетого и собирали. Ну да. Чё, можешь сейчас заказать копателей? Или рано? Рано. Так куда? Ну мы же вроде в первой зоне. Ну да. Естественненько ждем. Сжигаем, ребята. Ушел. Идут. Так, сколько вот тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14. 14 замков. Ну я так понял, что голосование по нам уже не будет, да? Да, вот думаю, уже нет. Флаг иду, короче. Ноль восемьдесят девять, союзники, ребята, не бейте их.
Ебать, как кто-то увидит. Ну, хзай, как-нибудь. Надо пробежать и вот этот флаг поджечь. Он нулевой, там никого нет. Да, кстати, я пойду схожу. Сейчас копейщик припалу. Так, мне нужна помощь, ребят, что-то у меня тут три этих рыла бьют. Где это? Да, возле, недалеко нашего флага. А, вижу. Пойди, пойди, вот там. Я, конечно, подойду, но... Дойди, сейчас, не, не, под... а, не нет, подходи, не тут... подходи, не подходи, я перезаряжусь. Да, меня сейчас я разберусь. Сейчас я приду к ним опять. Курсан не подает, ваш? Нет, на курсан, по-моему, или уже бьет? Слушай, ну мы неплохо держимся. Второй, 21, 4, он 24 полетел, да, 11, мощь. Да, он давно пролетел. Еще один 24. Вот парочка там жестких, остальные мяты на самом деле. Так, сейчас я... О, меня крыло бьет. Нормально, 5 уже. А какие сундуки под хил самые лучшие? Город Надежды? Или Зов Предков? Зов Предков. А хуй его знает. Сейчас я по зову предков пройду туда. Четыре дня. Ну, чтобы вы понимали, это топы прилетели. Да? Фантейт получается, ну, да. Тогда. Правда, Гуатега нет этой бешеной логины. Поджигай флаг, выбегай. Да там пиздец их сколько, я посмотрел, но благо не напал. Сейчас идем хлеб, сейчас я минералочкой налью. Курасан, где у нас? Копейщик вообще хуй догонит, блядь. Запрессовывают слегка. Так, надо на всякий случай.
Тебе база будет или просто? Нет, это рядом. Так, ну чё, тормоза пока, да? Там мне пытаются базу бить, это. Так, ребят, идите-ка обратно, кто там, Танюша? Так, все, атакуйте, пойдемте, ходи, спин стол убил. Вон, Максимус, выводи этих. Там сидишь, что ли? На максимум сброс сделаем. Да ладно, там панты. Да не, я тоже так думал. Там этот Алиев в кустах выпрыгивает. Ага, молодец. И надо флаг нам потушить. Сейчас, мужик, я бегу. Пришлось на другой телефон перепрыгивать. Этот вообще лег. И на пауэрбанк чиру. Я понял, воткнул, но что-то эта зарядка не пошла. Ручка. Блять, 5 дней хила. Не, я уже выборочно хилю все, потому что иначе. Да, я тоже выборочно. Чисто по коням иду и все. Блин, телеги надо было скинуть вообще вот ни о чем просто. Надо кого-то делать с пузырем, туда скидывать все это барахло и все. На дальний откидывай. Блять, ну у меня пиздец, у меня только коней, пацаны, 7 дней поднимать. Сейчас я буду. Сейчас. Ростов, на тебя прут, похуй. А нет, на флаг. Сейчас я выскакиваю. Сейчас я подсчитаю, чтоб я нормально отхилил так и выскочил. Я там сборов пиздец. Везде на лист стоит. На меня один юнит. Бля, пацаны, мне камень нужен, просто пиздец, не хватает. Сейчас кину. Ну, я так понимаю, что наверное ни у кого нет. У меня есть камень, сколько? Если камень, ну, миллионов 15. На тебя один идет, а у тебя в крепи. Зерна у меня 100 лямов, я могу кому хотите и зерно, бревно слать вообще пачками. Да нет, все. Сейчас накидаем, сейчас мне только надо вывести.
Так, сейчас я буду выпрыгивать. Минималочку чисто восстановлю. Флаг. Смотрите, там этот на перекупном пункте баба появилась, у меня по дешевке тоже моя. Так она же не у всех появилась. Divine Shadow, отходи. Отходи, они там сейчас все сбегут. Да, отходим. Ой, она вообще халявная. Этот, не забывайте за перекупный пункт, за креста. Вот, да, посмотри, черт. Вообще. Она раздала, вот мне она бинтов по 90% скидка, я часовые забрал. Она у меня в городе, по-моему, вообще не появляется. А, у меня ее тоже нет. Как нет? Как, блядь, не зайду, нету нихуя, ее нету, блядь. Так раза два в день встречу, блядь, пидорас. А, вот эти ребята к флагу, да, пришли? Сейчас я его покажу. Так, сейчас мне надо посчитать. Ну, просто это... А, короче, посчитать. Я этот... Я буду в одной пачке ходить, все, я хаваю 50-е расширение и пошел. Потому что это ни о чем. Два отряда мне не нравится, как работают. Все, я Асгарда. Вот видите, Асгард, сейчас не будет Асгарда. О, 240, ну все. Добрый вечер. Вот З бегают, они вообще ни о чем рассыпаются. Все, короче, я админ отрядом. Вот в таких жестких я буду чисто пилаю цару сейчас походу отрабатывать. 250 коней буду выпускать просто. А, на меня нападают. Ага. Че, на город, меня хочет напасть? На город? Ну, я сейчас запрыгну. Да, сейчас я назад залезу. Ну я тебя крипанул, сейчас не возьму тебя. А сбор на кого идет? На кого сбор идет? На меня. Ник. Макс на тебя, да? Да, да, да. Макс, на Макса, на Макса. Сейчас Макс, я бегу, сейчас Асгарда. Там 200 как всего идет на меня. Всего 200 как. Ну все, пусть обнуляются. Я запрыгнул тебе. Отлично. Хорошо. Так, ну, блин, они нормально все, пробивают тебя, блин. Бля, парни, помогите ей за сбор лупит. Сейчас его пробивает жестко. А, ну меня тут закрывать сейчас будут, сейчас тут бегут на меня. Я зашел к ним. Тоже сейчас кинул креп. Шорджио, вкинься в этот замок, а нет. А, нет, там фоллоу у него замок уже. Ребят, я походу на сегодня все. Если что, мне что, просто встать купол и лес оставаться или где? Да, да, да. Я так понял, сейчас это будет чаще фраза звучать. А ну где деньги, блядь, что-то ресурсы. Да не, нормально, нормально, нормально. Да это понятно, у меня тоже заканчивается. Я стану уже тоже вот высоко. И рассасываемся, что мы делаем. Да, купола оденемся и все. Бля, мужик, да, кидайте этого. Максимуса там, блин, помочь будет. Сейчас он тут за мной идет. Армия. Ебаш, он конкретно. Да. Ну, одно утешаешь, что все топы здесь, практически. Да, ну, да.
Если бы ссора была, я бы мало почему. По-моему, мы с Бор выебали. Ростов, ты можешь подойти к Максу? Сейчас я отхиливаюсь, мне бы опять отправили на подходную скрутничку. Сейчас. Макс, сейчас поднимаешь? Да, там все в больничке лежат, нормально. Чего? Макс, ты поднимаешь Больку? Какую Он боль? Не может поднимать Больку, пока на него такой... О, ну, еще ну, один дистилямник прилетел. Хорошо. Да? Нормально. Асгар пришел. Надо. Да, Бор разобрали. Я даже не знаю, что можно покупать. Контрразведку может купить. Там трупов небось пипец. Ебать, так страшно смотреть. 47 миллионов уходит, ой, блядь, тысяч убитых. О, слышите, что? Короче, у нас 22 трупа, а у него 147 ксарей. Я вижу. Охуеть, можно. А можно это в глобал скинуть? Я скинул. 147, 3, 1700, 39. 39, больше. По 200 тысяч у них трупов. 200 тысяч трупов, нахуй, прикинь. Я скинул вообще. Ебать. Тысяча, да. Вы что творите? Ебать, вот. Не, это жестко, конечно. Это вообще жестко. Да если что, у нас 11 тысяч трупов, это типа дозорная башня. Поэтому 11 тысяч у нас все трупов вышло. Да слышите, да их, с ними нужно воевать. Не то, что можно, нужно. Надо на Киллинг было начинать. Согласен. Я отвечаю, блин. Что, глянь на Толечку? Все, я выхожу. Так, сейчас, я выхожу. That's it. Флаг затуши наш, если можешь. Так, Потемкина бьют. Так, сейчас, я его укреплю. Тоже укреплю, да. Я в охуе не нападают, короче. У меня 900 трупов, у них там 18 тысяч. Ну, такие обычные рядовые атаки. Охуеть. Не, ну это сильно. Они, наверное, не рады, что прилетели помогать. Ну, думаю, да. Это вообще просто... Я такого что-то давно не видел. Да я, блядь, ни разу не видел. Да, они просто ни хрена не ожидали. Сейчас, если у них пару топов улетит, мне кажется, они будут разлетаться, нахуй. Так, мужики, смотрите, я тоже скоро подсохну, походу. Так, я, ну, да, пока еще... Сейчас вот я еще, короче, вывожу пачку, но у меня, чтобы вы понимали, у меня 240 тысяч в больнице лежит. Бля, еще на 18 часов, бля, ебанули. Больку мне. Нормально, нормально. Но мы показали, что тут, какие движения вообще... Прям 150 тысяч трупов, я такого вообще что-то не припомню. Да там больше, не 150. Там больше, там 180 где-то, 190. Да я не, но там я уже считать перестал. Сейчас я вот этого кинзадза забираю с собой, наверное, откуда я его вообще. Танюша, бля, они заебутся бегать по городам? Просто нахуй, ну... 200к войск. Ты четвертый. Минус. Просто отходи. Я там сейчас буду гасить. Меня? Да, отходи, наверное. Не? А кто? Не, да не. Я там, ну, как бы, строя тебя там гасит. И четвертый подтягивается. Не, не надо соло, Ростов. Да. Сейчас я хотел просто показать. Ростов взял просто в дом. Одному типу вообще 32 Т4 снесли. Да, за пьяни бессмертные. Это, кстати, вот у кого Ричард, по-моему, Мартен, да. Помогите там справа от меня, если есть. Я Танюшу креплю. Танюша, киньте креп. И Потемкину. Какой креп? Нет войск. Макс, уходи. Нормально, нормально.
Нормально. В поле да? Не стойте. Они ко мне, если что, смещаются. Сейчас я перезаряжаюсь и выхожу сразу еще раз. Сейчас я на него сразу выйду. Кому креп? Потемкина. Да, здесь Потемкина и Таня. Он, короче, Асгард этот идет. Так, тут ко мне движ, да? Блять, со спины тебе в жопу. На, умри, козлина, блять. Асгардец будешь, значит. Пошел. А что ты у них? Русскую силушку, блять, получай. А вы заметили, у них это войско убавились что-то? Да они охуели просто всех с копом. Они привыкли, что они всех продавливают, а тут, блять, ага. Раз. И пол ляма трупов, блядь, словили. На, меня как душу сдуй домой. Да, стоп. Давай во флаг. Во флаг давай вдвоем. Еще двадцаточка прилетело трупов.